Готов к труду и обороне. Именно под этим лозунгом 23 сентября в культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошел первый этап фестиваля ГТО. На торжественном открытии участников приветствовали проректор по социально-воспитательной работе и заведующий общеуниверситетской кафедрой физического воспитания и спорта. По итогам сдачи норм ГТО в 2016 году были вручены золотые значки студентам третьих и четвертых курсов. В спортивном зале «Уликса» участники сдавали тестовые упражнения комплекса ГТО, которые включают в себя прыжок в длину, наклон вперед, рывок к гире, подтягивание на высокой и низкой перекладинах, подъем туловища из положения лежа и сгибание рук в упоре лежа. Сегодня состоится второй фестиваль ГТО КФУ мы проводим. По итогам прошлого года мы довольно успешно поработали в этом направлении. У нас 77 значкистов, которые выполнили на золотые нормы ГТО. В результате выполнили нормативы комплекса ГТО 843 человека. Золотой значок получили 76 студентов, серебряный 143, бронзовый 624. По итогам первого этапа отобраны кандидаты в сборную команду КФУ, которая будет защищать честь нашего вуза на втором этапе ГТО в Поволжской академии спорта и туризма. Олеся Чеботарева, Владислав Сергеев, Универньюз.